Данное видео будет о природном геологическом комплексе в Сардинии, который напоминает Кроли Лейкс столбы, которые я предыдущее видео делал. Это видео будет продолжать эту тематику. Единственное, что я хочу от себя сказать, что достоверно известно, что именно там, ну, в этом геологическом месте, жили люди, даже сохранили жилища по сей день. Какие-то, ну, типа пристройки какие-то. То есть под навесами вот этими обитали люди, скорее всего, что еще с каменного века. Первые люди появились на Сардинии не менее чем 6500 лет до нашей эры. Как они туда добрались, в принципе, неизвестно, но известно, что еще в каменный век они уже могли переплывать на довольно-таки большие расстояния, и, возможно, у них даже уже в каменном веке был парус. Ну, какой-то примитивный, конечно, но скорее всего, что у них был уже парус, и они могли переплывать на довольно-таки крупные расстояния. Доплыть до острова Сардиния она не так уже близко. И как они туда добрались еще в незапамятные времена, конечно, вопросы всех вопросов, и не только туда, и на Мальту, и на Крит, и на Кипр, и на прочие острова. То есть надо было переплывать на гигантские расстояния. Довольно-таки опытные мореходы были в те времена. Это геологическое место будет иметь схожие, в некоторых фрагментах будет иметь схожие колонны, которые напоминают колонны острова Кроули. Только, конечно, ну, озеро Кроули. Только они, конечно, не так особо выражены, как в США. Они не такие длинные, не такие гигантские, но тоже вот будет напоминать вертикальные столбы, вертикальные колонны, как будто жилища каких-то древних или существ, или людей. И что самое интересное, там действительно жили люди. И даже есть, сохранились, ну, жилые постройки вот под этими
навесами по сей день. Такое интересное, причудливая игра природы, причудливое очень место, которое, ну, как будто вот из мифов и легендов какие-то фантастические, там, как будто замки, какие-то, как будто подземные какие-то галереи, там, хоббитов или там гномов. Ну, по крайней мере, визуально это так можно было бы напоминает. Все остальное вы видите дальше видео. Всем спасибо за ваш просмотр. Thank you.